Добрый день, это newtimes.ru, и мы находимся в московской анимационной студии «Пилот», в гостях у знаменитого художника-аниматора, режиссера Александра Татарского. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Хочу начать с выражения всеобщей уже тоски, наверное, не новость это для вас. Скажите, а что с российскими мультфильмами, почему их так мало мы видим? А почему вы считаете, что вы должны их увидеть много? Откуда они возьмутся? Хотелось возьмут? Бы. Ну, понятно, но мне много чего хотелось бы в этой стране. Мультфильмов мы делаем мало. Я имею в виду мы... Вообще сообщество. Сообщество, да, страна. Угу. Мало того, это одна из таких неприятных советских легенд, которых и мифов, которых я терпеть не могу, что мы когда-либо были большой анимационной державой. Мы всегда были маленькой анимационной державой, хотя мы имели... Студии 15-16, да, в каждой союзной республике. Маленькая по объемам? По объемам, да, по объемам. Я не имею в виду... Сейчас вопрос качества, это второй, да? Uh-huh. Потому что Нерштейн, он один, Хитрук, он один, Назаров, он один, и даже Татарский, он один. Но я имею в виду объемы, конечно. Uh-huh. То есть, даже имея крупнейшую по персоналу студии Европы, просто чтобы вы понимали, что весь Советский Союз, значит, Москва, две студии, плюс 15 республик союзных, да, производили по объему, я не беру качество, меньше, чем одна только Прага. Не Чехословакия, а Прага, еще там Братислава производила, да, там Злин. Просто, чтобы было понятно. То есть мы в советские годы производили там, может быть, 5% от мирового производства, скорее всего, что меньше. Потом эта цифра катастрофически падала. Просто, да? Потому что в 90-е годы, в отдельные годы производство мультфильмов в мире удваивалось. Это самая быстро растущая отрасль была человеческой деятельности. Ничего другого не удваивалось. Ну, интернет, наверное, вот телекоммуникационные, да, какие-то вещи удваивались. И мультипликация вслед за ними. Мы этим не воспользовались. Мы, опять же, сообщество. И поэтому сегодня, ну, может быть, российская анимация вышла на количественный уровень до там, перестроечной. Может быть. Угу. Ну и что? Ну, мы и тогда были маленькие, а теперь тем более. Значит, мы тогда производили 5%, сейчас, наверное, 1%. Нас не знает никто в мире. Что вы хотите увидеть? Когда телевидение требует много-много часов мультфильмов, у нас их практически нет. А что значит требует много часов мультфильмов? Мы говорим о каком-то формате, это должны быть длинные мультики по... Теперь смотрите, вторая проблема. Чтобы увидеть мультфильм, нужно иметь место, где это происходит. И таких мест реально два, ну, 2,5-3. Первое, это кинотеатры. Понятно, что в кинотеатрах не показывают, как правило, сборники мультфильмов. То, что когда-то было в кинотеатре «Баррикады» или в Киеве в кинотеатре «Чапаев», этого формата не существует. И тогда это была иллюзия. Это показывали, может быть, в трех кинотеатрах в Советском Союзе были сеансы, где сборники мультфильмов. Это же не охват большой. Тем более сейчас этого нет. Значит, чтобы зрители пошли по всей стране, посмотрели мультфильм, кинотеатр, это понятно, что он должен быть полнометражный. Это, значит, первое, да, место. Второе место, где можно увидеть мультфильм, это телевидение. Но телевидение так устроено, и с этим бороться невозможно, как с восходом и заходом Луны. Оно так устроено, что оно требует определенных форматов, определенных калибров. То есть неформатные мультфильмы очень трудно вставить в эфирную сетку. А нужны форматные. Что это значит? Что фильмы должны образовывать серии какие-то, да, или циклы. Что они должны быть определенной длины, чтобы там они опять же легли в сетку и так далее, да. Это два. Третье, ну, это интернет. В интернете все больше число людей смотрят мультфильмы. Я не любитель смотреть что-либо в интернете, я его использую для других целей. Но, тем не менее, это есть. В интернете, при большом желании, да, можно найти все, что угодно. Любой редкий наш мультфильм, любой. В интернете он украден и уже и есть, и висит. То есть при очень большом желании, потратив там какие-то усилия и ресурсы, покопаться, можно найти все, что угодно. Да, и наше, и не наше. Значит, этот вопрос отпадает. Пожалуйста, хотите уж очень, смотрите все. Знаете, можно также сходить на Грабушку и купить пиратский диск любой, вот просто любой, если вы коллекционер мультфильмов, не просто английская мультипликация, а английская мультипликация, где режиссеры женщины. Вот такой диск тоже есть. То есть, опять же, при большом желании вы можете найти сегодня все, что угодно. И времена, когда я из Киева на поезде ночью ехал в Москву, чтобы посмотреть на высших режиссерских курсах фильм «Диснея «Три кабальера», они ушли. При большом желании все доступно. Но люди не хотят проявлять большое желание, они хотят, чтобы им это принесли на подносе. Ну, в интернете тоже нужно приложить какие-то усилия, чтобы что-либо найти, скачать. Да? В кинотеатрах и на телевидении вот основное место, где можно видеть мультфильмы. Наши мультфильмы, опять же, наши, я говорю, не студии «Пилот», а вообще сообщества, российские, да, очень часто в
половине ли случаев, не знаю, сейчас не готов статистику, но в большом числе случаев неформатный. То есть мы выпускаем патроны несуществующего калибра. Если патрон несуществующего калибра, его в винтовку не вставить. А то, куда вставить, здесь неприлично не говорить. Да. Вот, собственно. Почему? Это другой вопрос. Но поэтому даже то не сильно большое количество мультфильмов, которые я, как президент фестиваля российского, могу увидеть в славном городе Суздале, да, широкий зритель их, скорее всего, не увидит по причине их неформатности. Что касается полных метров, да, конечно, их делают все больше в нашей стране, и они с переменным успехом в кинотеатрах идут. Но тогда уже мы заводим разговор о качестве. Качество у меня большого энтузиазма не вызывает. Может быть, у вас вызывает, я послушаю. Нет, лично у меня не вызывает. Я хотела вас спросить, кстати, о Суздальском фестивале. Да. И какие-то, на ваш взгляд, яркие работы там были? Там бывает. Вы знаете, я болел и не был на последний год. Но яркие не с точки зрения глаза, ревели. Да, понятно, вот, да. Качество. Я понимаю. Каждый год есть талантливые люди. Но, опять же, вопрос... Фестиваль – это отдельный способ жизни. Во всем мире существует фестивальная мультипликация. Это не наше изобретение. И во всем мире существует абсолютно аналогичная проблема. Тоже она не наша национальная. Люди, которые делают авторское фестивальное кино и показывают его на фестивалях, как правило, неизвестны широкой публике. То есть так же, как вы не видите наших там молодых талантливых, точно так же голландцы практически не видят своих. Хотя они об этом думают. Скажем, в Португалии, если государство выделяет деньги как субсидии на производство мультфильмов, то все каналы, какие есть в Португалии, государственные же, естественно, да, или там, которые так или иначе связаны с государством, получают от него субсидии, обязаны два раза этот мультфильм показать. Государство правильно поступает, да, если я давал деньги, я же хочу, чтобы люди это увидели. У нас этого нет. Но, в общем, это проблема международная, что творцы авторской мультипликации не публичны. Потому что авторская мультипликация в переводе на промышленность – это НИИ, научно-исследовательский институт. Да? Вы же, когда покупаете фен, вы же не знаете там, какого-то кандидата наук, который придумал там, какое-то усовершенствование, от чего он потребляет меньше энергии и не так быстро сгорает. И вас это не волнует. Но те, кто делал фен, им очень важно было, что кто-то. Вот авторская мультипликация – это, а, самовыражение, и, б, это наработка языка, которая потом используется в коммерческой мультипликации, неизбежно. Все растаскивается и становится... Да. Вы знаете, я хотела вот какой вопрос задать, я надеюсь, я не обижу... То есть, можно я закончу? Да. Проблема не в том, что авторские маленькие фильмы Суздальского фестиваля недоступны широкой публике. Проблема в том, что те фильмы, которые изначально вроде бы делались для широкой публики, не слишком хороши. Они доступны, но они не слишком хороши и мало ее интересуют. Второе. Авторское, надо определиться, что это такое. Понимаете? Это очевидно, мы с вами сейчас легко до этого дойдем, что если это авторская мультипликация, то это очевидно хоть маленький вклад в разработку языка. То есть какое-то улучшение, какое-то новшество, какое-то расширение поля. То есть что-то новое, какой-то вклад. Тогда этот фильм авторский. А если он авторский только потому, что он небольшой, его продать нельзя, потому что он не коммерческий, поэтому он авторский. То это мне напоминает примитивный анекдот, который я всегда рассказываю, когда одна девушка спрашивает у другой, когда она с мужчиной первый раз в жизни была, по любви или за деньги? Она говорит, да он мне дал 3 рубля, разве это деньги? Наверное, по любви. Так вот, если по такому принципу, то у нас очень много авторской мультипликации, понимаете? Хорошо. Потому что она не коммерческая. И это болезнь, потому что каждый считает себя автором, да, амбиций очень много сегодня, по ряду причин они возросли, потому что приход новых технологий притащил мультипликацию, как и везде, как и в любую другую отрасль, кучу графоманов. Раньше ведь было ограничение, когда фильм был пленочный, да, то его можно было сделать только на студии. Для этого надо было жить в городе, где есть киностудия, попасть на нее, то есть просто так дома на коленке не сделать. Поэтому графоманы были в литературе сколько угодно, а мультипликация не очень. Все-таки это была профессиональная среда и профессиональное занятие. Ну да, сегодня, имея PC, любой человек дома на коленке может сделать. И дальше он с этим гордо идет, потому что соседи сказали, что он чемпион квартиры по боксу. И ему кажется, что... И поток захлестнул. И опять же, это явление абсолютно мировое. То есть я сейчас был на фестивале в NSC. Там столько фильмов, которые надо сидеть в зале и вставлять себе вот так спички,
потому что это смотреть невозможно. Это какой-то мутный поток сознания и чернухи, депрессухи какой-то. Почему эти молодые люди настолько депрессивны, им кажется, что это круто, что они выглядят умными от того, что это депрессия. То есть смешного и веселого не делает никто. Все упражняются в какой-то депрессивной, черной, какой-то зауме какой-то. То есть это проблема, опять же, мировая. Хлынул поток. Потому что каждый может делать, а сделав, считаю, что я гений, и несет это на... Я хотела да. какой вопрос задать. Единственный фильм, который я смотрела на DVD, по-моему, он тоже был номинантом Суздальского фестиваля, это «Алеша Попович и Тугарин змей». Если я ничего не путаю, я боюсь сейчас ошибиться. В каком смысле единственный? Вы больше никогда не... мультфильмов? Нет, я имею в виду из последних современных каких-то молодых авторов. Да, это полнометражный фильм. Жалко, что вы все... Да, ну и что? Вот это мое мнение, да. Но я хочу в связи с этим вопрос Давай. Задать. У меня было ощущение очень стойкое, что есть подражание Диснею. Вот, ну не очень... Ну это очень неважное кино по качеству. Вы меня это хотите услышать? Примерно. Да, это очень неважное кино. Я просто читала ваш отзыв. Костя Бранзит, ну он мой ученик, но я его этому не учил. Я его учил немножко другому. Он, извините, натаскивался на маленькое, короткое фестивальное кино. И это он умеет делать. И когда у Кости журналисты спросили, как он сам оценивает Алешу Поповича, знаете, что он ответил? Зато у меня есть «Кот и лиса». А «Кот и лиса» это он параллельно сделал у нас проект для «Горы самоцветов». То есть он вам ответил сам. Он сказал, зато мне «Скот и лиса». К сожалению, если вы хотите говорить о полнометражной анимации, у нас сделано уже десяток фильмов, и очень много делается, и, пишут в интернете, кровь стынет в жилах. Почему? Две проблемы, четыре. Две первые мы знаем, «Дураки и дороги», а вот есть еще. У нас произошло... Есть это время, да? Да, да, да. Произошло три тяжелых инсульта, которые произошли... или потрясения, давайте не будем пугать зрителя, которые произошли с отечественной мультипликацией за обозримый вот исторический период вот с развала СССР. Произошло три потрясения. Эти потрясения, они неизбежны. Они происходят периодически с любым видом искусства. Но с нашим счастьем и особым путем они у нас сошлись одновременно. Хотя вообще-то исторически обычно это... То есть произошло одновременно практически... Смена поколений, всегда болезненный процесс, неизбежно, естественно, но болезненный, хоть в футбольной команде, хоть в искусстве. Но так совпало, что вот именно пришлось вот на начало перестройки смена, тотальная смена поколений. И одновременно развал больших студий вот, из мультфильма. Его исчезновение очень тяжело ударило по мультипликации. Второе, политическое потрясение. Мультипликация делается очень долго. Даже маленький мультфильм делается год. То есть это музыка толстых. Любит покой, деньги и неторопливость. И финансовые потрясения, понятные, да, начало 90-х. Все это, если бы это было поодиночке тяжело. А тут, да, и третье потрясение, смена технологий, тоже процесс очень болезненный. Но у нас это все сошлось одновременно. За границей не было, по крайней мере, двух. Не было смены поколений, вот такой тотальной, которую у нас большевики так устроили все, что вот она случилась. Потому что людей мариновали до 44 лет, как Хитрука, а потом объявляли, что вот у нас молодой режиссер Хитрук, который 4 года, дебют. Представляете, как его, сколько его держали? Уж всех держали до 30 так точно. И вот с этим вот барьером возрастным просто так точно угадали, что люди определенного возраста как раз в перестройку ушли, ну, скажем, на покой. Кто не ушел в Мирино, ушел на покой. То есть сразу когорта большая действующих режиссеров испарилась. Вторая проблема это финансовая, что чудовищная инфляция и вообще все эти катаклизмы и штурмы Белого дома, они развалили производство и отсутствие денег. А третье, как раз в этот же период происходит смена технологий. То есть на Западе была смена технологий тоже болезненная. Студия Диснея чуть не загнулась, если вы знаете. Да. Вот. А у нас все вместе, в кашу. И следствие очень печальное. Произошел разрыв поколений. До 90-го года практически... Ну, глобальная часть людей, которые приходили естественным путем в мультипликацию, это были люди, воспитанные на самих студиях. Другого и лучшего способа не существовало. Не из ГИКа, прошу заметить. То есть, если вы сейчас возьмете списки самых известных российских аниматоров, вы с изумлением увидите, что ГИК не составляет там не то, что большинство, а ну вот столечко. А кто же, собственно, тогда готовит? Студии готовили. Это был такой традиционный способ подготовки людей, ну, скажем, в СССР.
Но не только, и на Западе тоже так. То есть люди приходили, ну, они где-то учились рисовать, после училища, после школы, института, неважно. Но попав на студию, они попадали в бульон, и в этом бульоне они варились рядом с мастером, смотрели, как он делает, учились у него, подглядывали у него, критиковали его, не спровергали его, неважно, это бульон. Но они росли на студии и вырастали при хитруке, скажем, Назарове Угаров, да? Или при Давиде Черкасском, Ковалеве Татарске вырастали. А не из ГИКа. А когда это все развалилось, и больших студий не стало, а большие мастера во многом, многие ушли, оказалось, что появилась куча молодежи, которые не учились даже и в ГИКе, но и на студии не работали. И не нужно им это, у них дома компьютер есть. И они пошли весь путь проходить. Все сначала, все детские болезни, свинка, золотуха, коль. Они же даже не знают, что прививки есть. Понимаете, да, как утеряно время, и от скольких ошибок люди, которые учились при студии, были уберегаемы мастерами. Потому что на студии же накапливается опыт, да? А когда люди все с улицы, то этого опыта нет. И все опять пошло сначала. Они начали изобретать югославскую мультипликацию 62-го года. То есть это же неизбежный процесс. То есть как заигранная игла сделала скачок назад. И мы сейчас имеем отголоски этого. Страна, где мы с вами живем, богата талантами. Всегда была и, надеюсь, будет. То есть все равно пришли в достаточной степени талантливые люди. Ну, то есть среди тех, среди обилия графоманов, тем не менее, какой-то процент талантливых есть, и он всегда примерно одинаков. Есть какая-то статистика, да? Пушкиных много не бывает, но они всегда бывают в России. Но они пришли не на студию, их никто толком не учил, у них нет опыта, они набивают шишки. Они, то, что я давно знаю, им надо еще это все самим до этого догадаться. И этот опыт передать очень трудно, если человек не работает на студии. В этом смысле пилот, конечно же, просто оазис такой, потому что здесь сохранилась вся эта методика обучения. Здесь работает Татарский, здесь работает Эдуард Васильевич Назаров, гордость моя, что мне удалось все-таки его привлечь в пилот. Здесь работают другие очень опытные люди, у которых большой опыт и большое количество набитых шишек. И мы это все молодым передаем. И это коллективная работа, здесь настоящая студийная работа. Но такого практически в стране нет. Возвращаясь к полнометражным фильмам, мы имеем безумие некоторое. Костя Бронзит успешный фестивальный режиссер, имеющий много наград. Я его в этом качестве очень ценю. Никакого опыта производства полных метров у него не было, нет, и никто его этому не учил. Поэтому Алеша Попович, так мягко говоря, не лучшее его кино. Но Костя хотя бы режиссер хороший. А следующий, кто делает после него, Добрыня Никитич, сильно слабее Кости. И результат можно предугадать. А третий фильм про Илью Муромца – это дебют некого молодого человека. Я не представляю себе дебют полнометражным мультфильмом. Мультипликации – другие мерки. Понимаете? Uh-huh. Если вы учите шить, то вы можете, там, купив недорогую ткань, попробовать скроить себе, я не знаю, юбку. Это не очень сложно. Косынку. Косынку. Но я бы очень удивился, если бы узнал, что не умеешь шить, вы взялись там создать коллекцию одежды для, я не знаю, целую. Ну, не ваш уровень еще, вы же этого не доказали. Мультипликации, 10-минутный фильм, стоит столько же и делается так же долго, как игровое кино полнометражное. Понимаете, да? Uh-huh. То есть счет на порядок меньше. А полнометражный мультфильм, это как в игровом кино эпопея «Озерова освобождения». Там, понимаете, да, масштаб? Uh-huh. Нельзя дебютировать. Ну, может быть, он, конечно, там Леонардо да Винчи или Ломоносов, но я сильно сомневаюсь. Нет, будет любопытно в любом случае. Ну, нет, мне не будет любопытно, потому что это большие потраченные деньги, это большие потраченные ожидания, это, извините, щелчок по носу публики, потому что наш зритель, да, угу, истосковался по отечественному кино. И идет в кинотеатр авансом. Он хочет видеть, то есть он уже настроен очень доброжелательно. Если ему фильм за фильмом будут показывать, что Алеша Попович далеко не худший пример, для меня значительно более слабое кино «Князь Владимир», это просто, это для меня по ту сторону добра и зла кино, идеологически беспомощное и так далее. Хотя там вложен огромный труд и очень качественный, то есть художники работали хорошо в основном. Но идеология неумного продюсера, конечно, перечеркнула все. И люди идут в кинотеатр и тратят деньги немаленькие. При наших зарплатах мы платим за билет в кино ровно как в Америке. Да, абсолютно, да, сравнялись. И они идут с большой надеждой, они помнят свое детство, они любят отечественные мультфильмы, детей своих ведут. Когда они увидят один неинтересный фильм, второй, пятый, будут они потом ходить? Когда студия «Пилот» наконец делает свой полнометражный фильм, это бьет по нам. Они же портят породу просто.
понимаете? А студии уже 17 лет или больше, да? Будет в следующем году 20. 20 будет? Да. А это не коммерческая студия? Что и... очень коммерческая? Она как не коммерческая. Она не государственная, она не частная. Государственная. Да. Вы она вполне сюда... коммерческая, поскольку мы сами себя содержим. Поэтому. Если будет 20, это был 88-й год, когда ее создавали. Да, да, да. А... Мы единственные, кто выжил. Вот. То есть мы самая старая студия в современной России. Не только среди мультстудий, а вообще. Просто мы если первые. Я правильно помню, да. 88-й год и вот конец 80-х, это было такое непростое время для создания любого негосударственного предприятия. Да, очень непростое. А вы вообще как сумели выжить, тем более ссылаясь ну, на ну, щипните же... меня, я живой. Ну, сумели не, как-то. Вы, выжить это, слава богу, и дай бог здоровья. Могли выжить из ума, но просто выжили. Ну, как-то сумели. Ну, это были всякие годы. Знаете, я помню какие-то периоды, когда в студии было 5 человек, и нам нечего было кушать буквально. Ну, перетерпели. Ну, это было очень непросто, очень. То есть, ведь параллельно с нами были другие студии, где они все? Никто название не помнит. Вы разделяете как-то кино для детей и кино, мультфильмы для детей и мультфильм вообще? Ну, если я скажу, что нет, это будет лукавство. Но я прежде всего разделяю мультфильмы. Вот граница для меня проходит талантливо, не талантливо. Интересно, неинтересно. Вот это мне важно. Потому что если мы сейчас с вами начнем выяснять Винни-Пух, Хитрука, он для кого? Для детей или для взрослых, то мы не выясним, скорее всего, этого. Конечно, есть специфические детские фильмы, направленные на то, что, учитывающие то, что дети мало знают, то есть у них информации меньше, чем у взрослых. Там, скажем, «Смешарики» — это прежде всего детские фильмы, да? А те сказки, что мы делаем «Гора самоцветов», мы стараемся, чтобы взрослым тоже было интересно. «Смешарики» — это вот это круглые такие, которых сейчас, да, круглые такие, да, которые везде. Да, 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 понятно. Я, собственно, почему спросила, я пересматривала с удовольствием недавно «Падал прошлогодний снег». Детское ли это кино? Да, вот я его смотрела в детстве с удовольствием. Ну, когда я его смотрела буквально вот год назад... Оказалось, что оно взрослое, да? Меня потрясло то, что это было, это такая антисоветчина была, вот на мой взгляд. Да. Его и запретили тут же. Расскажите историю, ведь была какая-то очень интересная история, связанная с тем... Нет, ну просто его запретили и все. То есть, да, тут же сразу сказали все, категорически. Но, понимаете, там нет той антисоветчины, о которой вы говорите. Я вам сейчас объясню. Талантливый фильм, он всегда как индукционная катушка. По физике Бладбойка в школе? Естественно. Да? Ну, заметно. Да, я напомню. Вам показывали катушку такую, на ней проволока была, а в нее вставляли магнит. Вот когда магнит всовывали, в проводе возникал ток. Не спрашивайте, как это происходит, но это происходит. Давно перестал вот, интересоваться. Ну вот поверьте мне, что это есть. Катушка, в ней тока нет. Всовывает магнит, ток. Так вот, вот эта катушка, это вы, зритель. А мой фильм – это магнит. Как только, извините, я в вас вставил этот магнит, это в вас антисоветчина ваша, это индукция называется. Это вы наполняете мой фильм этим содержанием, меру своей... распущенности политической. Но это признак талантливого фильма. Он всегда провоцирует. То есть я туда специально ничего антисоветского не вкладываю. То есть я об этом не думал, я клянусь, что вот я тут фигу в кармане, а тут он такое скажет, а дураки начальники прозевают, а там он скажет. Я об этом честно не думал. Это все происходит интуитивно, потому что художник так или иначе вибрирует от того, что его окружает. То есть клянусь еще раз, что ничего антисоветского я туда специально не вставлял. Это обычная русская сказка. Другой вопрос. Что поскольку это сделано хитро, и у вас есть какие-то знания, да, опыт, представления, то он в вас вызывает эти чувства. Ну и замечательно. Главное, что он, видите, еще самое замечательное, что ему тоже 25 лет уже. 25 лет, да, и он не устарел. То есть вы его смотрели с удовольствием, а также в нем, видите, у него запас временной, а также запас возрастной. То есть и ребенку интересно, и сегодня я с детьми смотрел, замечательно смотрит, и взрослому интересно. Ну, талантливое кино, чего отрицать? Да, так и есть. А вы знаете, наверное, у нас вот дважды два канал есть, такой мультипликационный. Да, 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 да. Я его пытаюсь поглядывать сейчас, просто из любопытства. И как? У меня очень сложные отношения, я хорошо отношусь к... Вообще должен быть такой канал, да, нет? Он должен быть. Но только понимаете, если бы вы сейчас пришли, у вас хорошие туфли, да, дорогие. Спасибо, да. Представляете, если бы больше ничего на вас не было, кроме удовольствия, которое вы бы мне этим доставили, у остальных бы это вызвало вопрос. Значит, этого недостаточно, да, еще много чего должно быть на вас надето. Я знаю, у кого вызвало бы вопрос. Я к чему? Конечно, такой канал должен быть, но только это один из многих. А когда он только один,
Это чудовищный перекос, и это выглядит вот, вот так. То есть, если мы возьмем как пример Америку, да, то там сотни каналов. И там есть на любой вкус и детский канал. То есть, там есть канал для девочек, где все розовое, и Барби, и сисиписечное такое, чего я терпеть не могу. И есть классический диснеевский, и есть более брутальный там Cartoon Network и Fox Kids, и так далее, и так далее. И есть, наверное, канал, где показывают совершенно брутальную такую вот анимацию, где жопа каждое второе слово, и, в общем-то, это не сильно анимация. Это так, движущиеся такие похабные рисуночки, срисованные в сортире в общественном. И может, я не ханжа, и такая мультипликация может быть. Там есть свой кайф, свой прикол, и там есть тоже свои лидеры, скажем, Бивис и Батхит и Симпсоны, это здорово. А еще другое то, что я там вижу, не здорово даже для, для такой брутальной мультипликации, все равно это плохо. То есть это уровень Масяни даже хуже. А как вы относитесь к плохо. Тому, что... Хорошо. Бивис, Батхит, Симпсоны, очень много было высказано в последнее время разными критиками, там, эстетами. Нет, Бивис и Батхит и Симпсоны – это остроумное кино. Угу. Никакой вкус оно детям не портит, а наоборот показывает, как, вы, как нехорошо быть идиотом. Угу. Оно показывает со стороны, как выглядит идиот, и что очень важно. Некоторые родители очень переживают, что вот люди, да, нет, дети нет. набились. Конкретно, нет. Ничего такого в этом я не вижу. Такого. Опять же, как, родители детей какого возраста? Я не договорил, но в Америке это все регулируется деньгами и кнопочкой. Как правило, такого рода каналы это Pay TV. Ну да, или закодировать. Они закодированы, и родители сами решают, хотят ли они своим детям показывать только Барби и розовых лошадок, или, или South Park. Это их выбор, да, как они хотят воспитать детей. И выбор большой. Во-первых, есть технологические возможности, это будем показывать, а это не будем. И во-вторых, есть из чего выбирать. Здесь же все у нас особый путь. Никакого мультипликационного канала у нас нет, и вдруг появляется открытый канал брутальной анимации, где жопа реально каждое второе слово. Может быть, мне так везет, но как я не включу, они там только идет, отличаются перечнем предметов, которые они предлагают туда засунуть. Все. Меня это не пугает. И я своему сыну там не запрещаю это смотреть. Все равно он в школе узнает много более интересных слов. Но тем не менее, из-за того, что он один, то это выглядит так же дико, как вы бы пришли в одном туфле, и все. Поэтому вот, вот вам мое отношение. Если бы был большой выбор, если бы была вся палитра, я бы ответил, выбирайте, решайте, что вашим детям смотреть. И такая мультипликация существует. Второе, из-за того, что каналы надо забить с утра до ночи, даже не существует в мире так много качественной брутальной анимации. То есть они берут туда уже такую макулатуру, которую нигде бы я не показывал. Они вынуждены, потому что им нужно его чем-то набить. Сейчас они пытаются взять коллекцию из мультфильма и коллекцию, вот, видите, даже перепутали, они должны были прийти в это время покупать наши мультфильмы. Извините. Но я не совсем понимаю, как старый из мультфильм будет сочетаться с South Park на одном канале. Вообще принцип, как они это сделают, я не знаю. Поэтому я не считаю, что плохо. Слава богу, хоть такая дырка пробита, но конечно, это чудовищный перекос. Последний вопрос. Скажите, какие у вас есть сейчас проекты, которые в стадии реализации, те, которые безнадежно нереализуемы, но такие вот любимые какие-то? Да, и вы деньги сразу достанете. Я-то? Да. Вряд ли нет. Жалко. Значит, три составляющих, да, как по Ленину. Первое. Есть проект, который является моей, может быть, самой большой болью в жизни. Потому что вообще-то студия «Пилот» создавалась для того, чтобы прежде всего этот проект реализовать. Называется он «Прибытие поезда». Это полнометражный мультфильм, который начали делать практически тогда же, когда создали студию «Пилот». Но это была полная авантюра, потому что никакого финансирования у нас не было, а это полный метр, это не 5 минут. И в те годы инфляции по 30% в месяц. Мы начали, сделали много чего, бросили, потому что никто не финансировал. Потом государство взялось помогать. Но это было еще в лице тогдашнего Госкино, и этого человека там давно нет, этой женщины. Ну, они нас просто надули. То есть мы потратили кучу денег, они бросили, эти деньги увели налево, там, на другой проект. В общем, еще раз получили подых. Но, тем не менее, что-то еще сделали, продвинулись. И дальше, год за годом ждали, что мы найдем деньги, что мы найдем. Оно такого качества было, что оно и сегодня не устарело. Но кончилось это все печально, не вдаваясь в подробности. Это все хранилось на складе, который мы арендовали, переезжая в это новое помещение, промежуточный склад. Вот. Там произошел по вине советских действий, происходит в советской стране, это надо постоянно держать в голове.
То есть, хотя это был сухой склад, на потолке которого не проходили никакие трубы, но все-таки выше жил алкоголик или бабушка алкоголичка. Всегда так должно. Да, все равно кто-то не закрыл кран, мы туда не ходили всю зиму, потому что мы складировали все и закрыли. Uh-huh. Это все утонуло, было съедено. То есть, уникальная работа на огромные деньги, на все это лежит вот так, слипшиеся, это... Как побывать на Титанике? Ну, подлежит. Можно с помощью компьютера все это восстанавливать. Деньги нужны, все равно их негде взять. А вы не пытались на Западе искать денег или можете за формулировку продаться туда? Да, но дело в том, что это авторское кино. Это такой редкий случай, это полный метр, но такого эстетского авторского качества. Найти там на это деньги очень, очень сложно. Ну, мы не смогли. Тогда мы затеяли, сейчас вот сегодня просто мы стартуем уже официально. Пилот. Что такое пилот, вы знаете, да? Я не имею в виду название студии. Это будет 5-минутный ролик, промоушен, полнометражного мультфильма, который все, что только можно, все творческие находки, какие были в прибытии поезда, а там 40 минут готового было. То есть это увидеть можно, вот, очень много. Все используется, дизайн оттуда. Но это коммерческий фильм с приключениями, детектив, как нам кажется, очень смешной, очень классный. То есть мы ищем мучительно деньги, в том числе и на Западе, на полнометражный мультфильм, который называется «Сумасшедшие волосы». Он не имеет ничего общего с прибытием поезда в смысле содержания, но эстетика перешла. То, что наработали как авторское кино, перешло. Ищем деньги. Отвечаю на вопрос, который вы не задали. Каким образом на Алёшу Поповича или на князя Владимира деньги находятся, на неизвестных людей? А возможно, на... даже уже отбиты отчасти. И, возможно, уже отбиты даже отчасти деньги. Ну, если вы хотите поговорить про возврат денег, это отдельная тема. Значит, я вам только болезнь обрисую, а откуда она взялась, как ей заражаются, каким путем и как ее лечить, я ответа не дам, и, если честно, не очень знаю, хотя ну, что-то предполагаю. Принцип следующий. Вот мы с вами живем в советской стране все еще. Это надо помнить. Она все еще советская по многому. И все болезни, они оттуда идут. Чем слабее проект, чем бездарнее и беспомощнее сценарий, чем неопытнее режиссер, чем неопытнее продюсер, чем меньше у него опыт работы в мультипликации, тем вероятнее, что они найдут деньги и это кино до зрителя доведут. Чем сценарий лучше, режиссер опытнее, продюсер опытнее и проект интереснее, тем меньше шансов. Почему? Не знаю, не готов отвечать. Кое-что знаю, но это не дает мне полной картины. Результат на экране. Мы имеем плохого Щелкунчика, мы имеем беспомощного Незнайку, мы имеем беспомощного князя Владимира, очень средний Алёша Попович, сильно хуже среднего Никитич и так далее. Если зритель со мной не согласен, я свое мнение никому не навязываю. Но поверьте, что я вам нахально отвечу, как Мюллер Штирлицу. Никому верить нельзя. Вы помните, что он сказал? Мне можно. Я не ошибаюсь. Это действительно плохие фильмы. Почему? И тем не менее, а сколько сейчас делается, извините, дерьма, вы даже не представляете. То есть сейчас делается фильмов в стране полнометражных, ну, 10-15. Парадокс в том, что ресурса, то есть человеческого, да, просто людей, которые умеют это делать, это же уникальная профессия, тут нет на 15 фильмов. Тут может быть на 3-4. Это значит, что 10 сейчас, вот пока мы с вами беседуем, тратятся деньги, и он не будет завершен. Это просто, ну, мертворожденно. Это понятно, почему не будет. Не хватит. А те, которые выживут и будут завершены, ну, мы посмотрим. Я готов сейчас написать свою рецензию на эти фильмы. Мы запечатаем конверт, а потом вскроем. И вы убедитесь, что я Мюллер. Но я это делал много раз, поэтому еще ни разу не прокалывался. Я бы очень хотел увидеть классное кино. Поймите, тут нет вопроса конкуренции. Наоборот, если мы сейчас начинаем делать полный метр, и даст Бог, найдем на него деньги, то для меня очень важно, что кто-то перед нами сделал фильм, который собрал 20 миллионов. Это же он бьет нам ближнего, это значит, что и мы можем собрать. А так, вот то, что сейчас происходит, отбивают всякую охоту у людей тратить эти 300 рублей и идти на отечественный мультфильм. И они думают, не зачем, я лучше пойду посмотрю там «Ледниковый период 3». Это будет весело и здорово. И они правы. Александр Михайлович, спасибо вам огромное. Я от всей души вам желаю очень хороших фильмов. Все я вам рассказал. Да, вот, по-моему, ну, хотелось бы бесконечно, очень интересно. Пожалуйста, я не отказываю, я всегда вам расскажу. Мне непонятно, на какую аудиторию это все идет. Сколько 5,5 человек это видит в интернете? Нет, я вас уверяю, значительно больше, конечно. Хорошо, все. Спасибо всем, кто сейчас был с нами. Всего хорошего. У нас есть...
по-айски вопрос. Я, конечно, мужчина, но я, видите, все в типа юбки. Другое дело, вот я, Артемий Киевич Троицкий. Я буду торчать как гвоздь, и тот, кто хочет на меня сесть, по крайней мере, порвет брюки. Это очень тяжело, но всегда борешься с дураками. И те козлы, и другие козлы. Сейчас будут одни козлы, другие не козлы. Поскольку время ограничено, я не буду говорить все, что я думаю о Владимире Путине. Когда он достиг, нас снизу постучали.